Hello, friends. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у меня есть желание поделиться с вами информацией о том, как издать или опубликовать свою книгу на Google Books. Вы спросите меня, зачем это нужно? Я отвечу вам просто. Это нужно. Во-первых, просто потому, что Google на данный момент самая дорогая компания в мире. Вот, смотрите, статьи. Рыночная стоимость Google превысила 200 миллиардов долларов. Google лишил Apple статуса самого дорогого в мире бренда. И так далее. Это говорит о том, что разместить свою книгу в архивах, в недрах этой компании просто необходимо. По той простой причине, что это очень сильно повлияет на поисковый индекс ваших книг. Я надеюсь, я правильно выразилась. Я не SEO-специалист. Так или иначе, любой сайт вы должны использовать в качестве рекламной площадки. Бесплатный причем. А Google, это же поисковик. Если ваша книжка будет в Google, читатели смогут легче узнать о ней. И второе. Вы сможете продать свою книжку через Google Books. Хотя Google сейчас пока еще не работает в этом отношении с Россией. То есть непосредственно продавать свои книги через Google Books вы не можете, но там есть рядом с книгой ссылка, возможность разместить ссылку на тот магазин, где вы продаете свою книгу. Или же, если вы ее бесплатно распространяете, вы можете указать 100% в качестве, не 20%, как по умолчанию обычно образец бесплатный для прочтения, а 100%, и читатели могут прочесть вашу книгу прямо в Google Books всю. Итак, мы будем размещать нашу книжку в Google Books. Что для этого надо? Как ни странно, но сложнее всего мне оказалось найти именно то место, ту страницу, где я могу начать этот процесс. Ну, как-то я вначале легко нашла, потом, помню, забыла, долго искала опять. Но потом я поставила закладочку, теперь у меня на закладочках, чтобы второй раз не искать. Прежде всего, вам нужно завести аккаунт в Google. Ну, это легко. Заведете, я надеюсь. Прогуглите, завести аккаунт Google. Когда у вас будет этот аккаунт, то есть, вот как вот у меня, видите, вот это мой аккаунт, тогда вы сможете работать дальше с партнерским центром Google, через который вы и будете выходить на Google Books. Вот у вас должна быть вот такая вот рабочая площадка, где вы будете добавлять книги. Вот здесь добавить книгу. Чтобы найти эту, я вам покажу ссылочку. Я вынесу ее потом внизу под видео. Вот вы просто вот так ставьте или перейдите, и вы окажетесь, наверное, там, я надеюсь, откуда можно будет начать работу. play.google.com books publish. Ну, а так как я уже зарегистрирована, то я сразу перехожу на свою страницу. Итак, что нам для этого нужно? Нам нужно добавить книги. Как видите, у меня тут их уже немало. Но принимают здесь книги модераторы только в двух форматах. Либо EPUB, либо PDF. Причем
Желательно, чтобы эти книги были в каком-то хорошем адаптированном виде. То есть вот не все мои и пабы, и PDF, которые я сюда загружала, проходили. Не знаю почему. Но самое интересное, что лучше всего прошли и пабы, и PDF книг, сделанные на Smashwords. Так что я использую Smashwords для того, чтобы скачать формат книги EPUB или PDF и опубликовать его потом в Google Books. Простите меня, Smashwords, но вы такая прекрасная платформа. Тем более в книжке я указываю ссылки на вас. Так что я надеюсь, вы меня простите. Итак, нам нужно, прежде всего, загрузить книгу на Smashwords. А потом мы оттуда скачаем образец и загрузим его на Google Books. У меня уже есть там книжка необходимая, которую сейчас я хочу загрузить, но не забудьте, что в вашей книге должна быть обложка, которая в Google Books, чтобы она послужила тем, что обложкой рекламной, которая будет на странице, где ваша книга окажется. А вот в Smashwords там наоборот, обложка как бы не нужна, иначе произойдет дублирование. И просто обложка, и еще обложка в книге. Поэтому обычно мы на Smashwords загружаем книжку без обложки. А тут нам нужна с обложкой. Что сделать? Ну, мы сделаем так. Мы загрузим новую версию с обложкой. А потом, когда скачаем необходимый файл, мы заново загрузим Smashwords уже книжку без обложки. Да простите меня, Smashwords. Но вы все-таки прекрасный сайт, я надеюсь. Так, выберите файл. В этот раз нам нужны книжечки Smashwords. У меня есть в отдельной папочке. Вообще, если вы публикуетесь на разных платформах, заведите папочки для каждой из них, потому что везде свои требования к форматированию, оформлению, чтобы не путаться. Вот у меня уже подготовленный файл с обложкой термодинамики. Сейчас я его загружу. Происходит процесс аплодинга, то есть загрузки. Вот форматы. Пусть будут все. Мало ли что. Пригодится еще. Вот происходит ожидание конвертирование. Я надеюсь, у вас есть время подождать вместе со мной. Моя книжка сейчас конвертируется. Завершено PDF. RTF конвертируется. И пока вам немножко посвящу публикацию на Google Books. Вот каталог книг. Статистика отчета, настройки аккаунта. Здесь добавить книжки.
Вот информация о книге. Общие сведения. Настройки. Контент. Найти вашу книгу в Google Books можно через контент. Вот наверху Google книги. И появится книжечка. Вот она появилась. Видите, вот ссылочка рядом. Купить книгу на Литрес. Литрес тоже очень хороший сайт. Можно сказать, единственный пока в России, где продают, действительно продают и покупают электронные книги. Вот посмотреть книгу. Вот здесь можно другие мои книжки. Здесь поделиться на Google Plus. Здесь, наверное, уже закончилось. Ага, ну, у меня проблема и была. Поэтому я не удивляюсь и не пугаюсь. Я перехожу. На страницу, где я могу скачать эту книжку. Как видите, чтобы скачать всю, выставьте цену free, иначе у вас будет только какой-то образец бесплатный. Вот здесь как раз смотрите. Download. Скачать EPUB. Нажимайте вот эти ссылочки желтые, они прям сразу заскачаете. Без всяких. PDF. На всякий случай. Потому что принимают сюда эти и эти. Ну вот у вас уже есть книжка. Можно переходить. Каталог книг. Еще раз нажму. Добавить книги. Добавить книгу. У этой книжки есть ISBN. Вы можете как нажать, что нет, тогда вам Google Books свое присвоит. Так и есть. Пусть сгенерирует. Нам не жалко. Здесь оставьте все без изменений, это по умолчанию. Так, происходит. Так, мой вам совет. Я первоначально помню, первый раз, когда загружала, сразу пыталась все вот здесь проставить. И здесь все упорно сидела, писала, и название, и что же произошло, когда после того, как все мои книжки загрузились, и я увидела их, что они в каталоге. У меня здесь все исчезло почему-то, несмотря на то, что я все упорно сохраняла. Так что делайте так. Загрузите вашу книжечку. Сейчас мы загрузим ее. Подождите, пусть ее одобрит модератор. Она появится в каталоге. И как только она появится, вы приступите к указанию здесь всего. Мы пройдемся все. Что вы здесь должны указать? Значит, сейчас контент сразу нажимайте. И загрузить. Загрузим сейчас вот это как раз EPUB или PDF все равно. Так, загрузки. Термодинамика, то, что нам надо. Угу. Загрузить. Файлы получены, находятся в обработке. Их статус можно посмотреть в истории загрузок. Отлично. Значит, каталог книг.
Здесь у нас должно появиться missing title. Вот она. В обработке. Это значит, что через сутки, максимум двое, у вас появится здесь книжка, обычно в течение суток. И тогда вы будете ее обрабатывать. Что это значит? Вот это требуется действие. Здесь цены не указаны или не действительно. Это потому что Россия пока не может торговать через Google Play. Продавать книжки непосредственно. Так. Сейчас я вам покажу, что вы будете потом указывать, когда появится название. Вот здесь вы укажете формат, электронная книга. Здесь можете добавить ISBN, если у вас есть название, подзаголовок, авторы добавить. Добавите. Сколько вам нужно. Опис об авторе, категории. Я использую категории очень хорошо. Северная Америка, Великобритания, Россия тоже можно, ничего, разберетесь, я надеюсь. Язык английский или русский, возрастные группы, дата публикации, количество страниц, описание, название серии, номер тома и так далее. Потом обязательно нажмите «Сохранить». Это поле обязательно для сохранения. Настройки. Вот здесь очень важно. Когда ваша книжка уже будет принята, вот здесь вы можете проставлять предварительный просмотр. Здесь территория обязательно напишите World. World. Мир. Здесь текст ссылки, где можно купить или там посмотреть, не знаю что. Хотя они просят указывать лично ваш сайт, но можно и указать и магазин, я надеюсь. Здесь сама ссылка, здесь веб-сайт издателя, логотип, дата, это не нужно, разрешить и сохранить. Потом контент. Здесь у вас уже будет тогда адаптирован написанный файл. Вот он. И вот здесь вот появится ваша книжечка. Здесь вы можете потом смотреть статистику. Она будет в виде файла настройки аккаунта. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. И говоря, все. Ну что ж, друзья, вот мы уже вместе со мной, вы вместе со мной узнали, как публиковать книги на Smashwords, на Амазоне, на Xing.ce. Теперь я рассказала вам, как публиковать книгу на Google Books. Мы еще не прощаемся. Я еще буду вам рассказывать о других платформах книжных, где можно, вы можете публиковать свою книгу и получить за это деньги. Я желаю вам огромных творческих успехов. Всего вам самого доброго. До свидания.